Грустно на папу смотреть. Что? Это был ужас. Папки, воды срочно, воды. Это хуже, это что-то вообще, наверное, килограмм вонючих носков. И помни, Бинбузл ждет тебя. Ну ты его любишь, тебе не страшно. Playtime, привет, пока. У тебя глаза выпали, Валерий, ты в курсе вообще? Сегодня играем в самые необычные моды Балди. Всем привет! Привет, друзья! Вы на нашем канале Валеришка Геймс. Самые странные моды. Сегодня у нас, ребята, Бинбузл Челлендж. Валерий, начинай. Так. Кто проигрывает, выбирает одну конфетку Бинбузл и ест. Как вы знаете, в этих конфетках 50 на 50. Повезет, не повезет. Вкусная или отвратительная. Сопли вонючие, носки, короче. Собачий корм там, что-то всякое такое. Какашки. Ладно, не важно. Короче, очень невкусно. Так, что в этом моде, интересно, нужно делать? Балди тут нету, как мы выяснили уже. Да. Решаем тетрадки. Так, что тут? 8, 12 и 9, 21, 27. Я буду Валерии помогать, иначе мы будем решать очень долго. Ребята, кто успевает, пишите. 0, минус 4, минус 7, минус 5, минус 12. Так, Валерий, 4, 7, 5, 12. Молодец, побежали. Я побежу. А где Балди сам? Я вообще не знаю, где тут Балди, ребята. Тут нету Балди. Монетка, какие-то странные окна, колонны. Что это вообще за мультик? Так, 6, 7, 10, 14, 22, 31, 36. 36? Да, вроде 36. 36, да. Вау. Что за музыка? Это Балди. Глаз? Это глаз Балди. Что это за мультик? Что это за мультик? Ребята, напишите Балди! Нам. Балди! Вон он идет. А давай его разглядим. Не надо, лучше. Побежали. Выбегаем. Купим соду, тогда разглядим. Да. Давай купим соду и разглядим. Он пока идет медленно, так шоколадка. Предметы здесь, ребята, все те же. Но какой-то мод темноватый такой. И музыка очень странная какая-то. Та-та-та. Что это такое? Да. Это летит что-то. Что это такое летит? Интересно. Плейтайм. Валерий проиграла, поэтому да. Так, какой вкус? Ну, вы знаете, ребята, я думаю, условия все. Начинаем. Валерий, давай, какая тебе достается? Какого цвета? Беленькая? Давай, ты жуй, а я скажу пока ребятам, что здесь может быть. Это либо кокос, либо какая-то ерунда. Ну? Валерий, у тебя кокос? Смотрим на реакцию, Валерий. Это кокос? Нет! Нет! Да. Вначале у меня просто был запах кофе. А потом какая-то вонючка? Да. Такое ощущение, что я съела вонючие носки. О, так это, наверное, они и есть. Ребята, в этих конфетках? Да. Одного этого же цвета одна конфетка вкусная, другая может попасться невкусная. Здесь половина конфет вкусных, половина кислых всяких противных, вонючих. Козюли, носки, собачий корм, сопли. Две линейки прилетели и пришел Балди? Он кидается линейками, вы серьезно? Так, моя очередь. Все, погнали. Давай. Я тут ничего даже решать не буду, сразу побежим. Получается, что этот мод непроходимый, потому что линейки летают по всем коридорам и по-любому тебя ловят. А что вот тут было синее, я так и не понял, что это было синее. Синий. И вообще, какому мультику или фильму посвящен этот мод, ребята, напишите нам, кто знает, что это такое. Моря. Вот он опять идет. Сейчас, наверное, опять запулит своими линейками. Очень странный мод. Очень. Рекомендую, не играйте. Ребята, я так понимаю, что сейчас я буду кушать Бинбузл. Да. Причем довольно скоро. А, вон она! Линейка! От нее невозможно убежать, она быстрее тебя. Второй раунд, теперь папа тянет. Папа. Я проиграл, ребята. Тяни. Теперь узнаем, достанется ли папе вкусная конфета. Я на самом деле... Достанется. На самом деле первый раз ем эти конфеты. У меня черная. Черная? Черная. Что мне может попасться, Валерий? Я не знаю, что это. Ну, либо что-то вкусное, либо точно не вкусное. Ну, да, я почитаю. Так, что это? Ликверик. Боже мой, что это может быть, мистер? Это ментол. Ментол? Да. Тогда папе досталась вкусная конфета. Ребята, мне повезло.
Я не выплевываю и не кривлюсь. Валерий грустит. На очередь. Следующий странный мод – растения против зомби в балде. Валерий, поехали. Ребята, напоминаем, кто проигрывает, ест бенбузлд. Да. А кто выигрывает, не ест. Но пока что все проигрывают. Вау, цветочек. Привет. А, тут как оранжерея. Смотрите, тут горшки с растениями, вон подсолнухи всякие. А кто зомби? И примеры тут простые. 5, 7. Валерий даже решает вообще очень быстро. 7. Ребята, кто успевает решать? 8. А что такое? Примерчик от нас. 359 минус 192. Папа, идем. Валерий, давай, беги. Беги, ля, ну сигнал. Никого там не появляется, смотрите. Жалко. Горшки с цветами на партах. Так, ну очень яркий мод, ребята, очень прикольно. О, монетка зомби, вы видели? Круто! Так, солнышки собираем. 13. 13. 1. Ну, и начинается беготня. Все, начинаем убегать. Валерий, ты хочешь бенбузлд? А, хочу. Я не хочу. Я вообще их не люблю. А ты любишь? Да. О, Валерий их любит. Хотя там попадается иногда такой ужас, фу, отвратительный. Ну можно их выплюнуть. Вот как Валерий, например, в первом раунде попалась. Мне хотя бы вкусненькая. Так, что у нас тут? Оу, швабра. Ладно. Браво. Бери вот эту штучку. Все, бежим дальше. Пока. Шла. Кстати, в этой комнате почему-то очень медленно мы всегда ходим. Потому что, наверное, она полы. Там, наверное, полы всегда мокрые, поэтому там скользко. Так, ребята, кстати, мы сейчас в Дубае, поэтому... Вишенка. Передаем всем привет из солнечных Арабских Эмиратов. А. По-моему, он хочет нас слопать. Валерий, бежим от него. Вы видели плейтайм какая? Вишенка. Так, Ребята, на нашем инстаграме мы выкладываем свежие видео и фотографии с нашего отдыха. Это обязательно кто? Посмотрите и подписывайтесь. Это кто? Это тележка была, цветочек. О, директор, вишня. Фига себе. Фига себе. Круто. А что тут? Туалет для мальчиков, туалет для девочек. Такого не было. Прикольно придумали, кстати. Очень яркий, красочный мод, ребята. Так, Валерий, не отвлекайся, беги. Рекомендую. О! Уехал директор. А Балди! Шпуляйся. На тебе, знаешь что? Убегай. Уходи. Пока. Что-то только две тетрадки, Валерий. Что-то мы как-то медленно играем. Потому что от балды надо спасаться. Так, содовая у нас тут зелененькая. Лимонка. А вот эта звездочка, это, наверное, наша шоколадка. Да, ускорение. Так, кто тут еще есть? У нас есть... О, вау, ты кто? Это Бали. Это Бали? А его оббежать можно? Нет, нельзя. Нельзя, да? Он что-то заберет сейчас обязательно. Замок. Так, у нас есть замок, у нас есть шоколадка, у нас есть содовая. Лучше не беги. Лучше не надо туда идти, Валерий, правильно, уходи оттуда. И помни, бенбузл ждет тебя. Ну, ты его любишь, тебе не страшно. Плейтайм, привет, пока. Директор ездит. Это учительская, мне кажется. Тут в тарелочках грушки. Нет, это не учительская. Грушки? Грушки. Шоколадки. Шоколадки. Мы собираем, кстати, не ноутбуки и не тетрадки. Мы собираем груши и солнышки. Директор. Оу, заловил. Вот учительская. Так, кассетку вставили. 6 секунд. Ну это хотя бы не 40, а не 50. Вот какие у нас тут есть растения. Так, это у нас носок. Это у нас балди. Плейтайм у нас подсолнух. Вон она. Так, ладно, Валерий, пора бежать. Всем пока. Есть там кто? А, он, она катается. Подожди ее, пусть проедет. Пока. Иначе будешь кушать бенбузлд раньше времени. Ребята, кто любит бенбузлд? Напишите нам, кому нравятся эти конфетки. Очень странные конфеты, если честно. Папе они не нравятся. Так, минус один. Это наша третья грушка-солнышко. Да. Два. Ну. Да тут ты, кстати, можешь всякую бурду писать. Ну да. В принципе. Легко. Во всех примерах. Ну и лайк. Так, побежали. Нам ставят всем лайк. Вау, тележка. Тележка. Все, Валерий, ешь. Я проиграла, так что я тяну к Дена. Третий раунд, доставай. Белая. Бело-желтая какая-то. Это какая-то бело-желтенькая, да. Это не чисто белая. Ну давай. Чем?
Валерий уже боится в первом раунде. Она по маленьким кусочкам. Что? Опять ерунда? Не повезло. На что похоже? Я не стала распробовать, потому что я с первого вкуса уже поняла, что это вообще была какая-то гадость. Да, Валерий, что-то сегодня прям с бенбузом. Не везет. Опасные конфетки. Папа, давай теперь ты. Давай, 8. Так, сейчас я попробую пройти этот мод растения против зомби. Да уж. Кто-то почему-то растение, а зомби только на монетках. Так, что у нас еще есть? Две тетрадки у меня уже разгаданы. Так, кто это? Шоколадка. Шоколадка. Ням-ням. Вкусняшка. Кассетка. Кассетка. Ням-ням. Так. Плейтайм. Балди! А, чем кинуть? Ничем. Ну, ё-моё. Так быстро. Ребята, четвертый раунд, я проиграл. Давайте узнаем, повезет ли папе. Я тяну. Во второй раз. Пока что у нас Валерий сегодня не везет больше. Давай. Лучше взять не такую, которую мы не тянули. Да я просто зеленую хочу. Вот давай. Она, это наверняка какие-нибудь будут. Сопли. Сопли или лайм. Итак, ребята, сопли или лайм? Что там внутри? Соплей нету? Ну что, папа, лайм или сопли? Лаймом отдает? Ну, лимончик такой. Это... Или это что? Это груша. Груша? Да, ребята, это груша вкусная. Да ладно, блин. Так, ребята, и как мы вам обещали, Roblox, новые персонажи в Роблоксе. Балди. Сколько разнообразных Балди. Валерий, показывай. Супер Марио. Ля, это какой-то Балди лев или тигр, или космонавт. Кто это такой? Это Супер Марио. Нет, вот этот, кто это? Это, знаете что? Это Марвел. Это Марвел, Железный Человек, да? Да, это Марвел, кстати. Говорят. Круто, ребята, мы вчера были в парке аттракционов и были в зоне Марвела. Мы смотрели супер крутые фильмы в 5D с эффектом присутствия, очень классно. В очках все как положено. На тебе! Под нами крутились сиденья, стулья, кресла. О, ты тележка? О! У тебя глаза выпали, Валерий, ты в курсе вообще? Кстати, этот Балди может превращаться в тележку. Так, у нас следующий раунд. Валерий проиграла и тянет следующую конфетку. Что это? Бежевая какая-то. Так что это может быть? Вы уже ели, ешь. Кстати. Так, это может быть карамель попкорн или какая-то ерунда. Карамель попкорн! Есть! Круто, Валерий, наконец-то повезло. Так, и моя очередь. Я этот, жених на свадьбе, такой весь важный. Я Балди, я даже линейку положил в карман. У меня там торчит из штанов. Выпирает вниз и упирается в пол. Оу, гляньте, Playtime продает Спайдермену Пете. Гамбургер, на еще, я тоже могу продать. У меня их много, бери. Спайдермен ушел, а я всю Playtime впихиваю в гамбургер. Ребята, если честно, я так не хочу бенбузл, это просто ужас. Раунд 6. Моя очередь. Давай. Я всегда мечтал скушать в пупырышку, в точечку. Ребята, вот он, какую-то тут точечку. Это у нас может быть какой-то попкорн или какие-то козявки. Сейчас мы узнаем, попкорн папе или козявки. Ой, боже мой! Козявки. Мне же грустно на папу смотреть. Что? Это был ужас вообще. Какой-то. Папе, воды срочно, воды, папе плохо. Это хуже, это что-то вообще, наверное, килограмм вонючих носков. Валерий, поехали, ты кто? Я. Кто со стороны? А, ты в маске этого, с мультика или с фильма, как это, Вендетта называется, или как этот мультик называется, или фильм? Как вот он? Вот этот, ребята, напишите нам. Следующий раунд. Опять. Черная? Да. Ну, седьмой раунд. Это либо ментол, либо... Ментол! Ура! Круто! Мятная. Ну это хорошо. У Валерии две, кстати, невкусных, две вкусных. А у папы... Итак. Две вкусных, одна невкусная. Две вкусных, одна невкусная. Так, а я Супер Марио. О, Балдино, иди сюда.
Блин, директор катается. Синонимы, антонимы, как они там называются, кто помнит. Напишите, ну да, напишите нам, ребята. Какой ваш любимый персонаж Балди в Роблоксе в ролеплее? Напишите нам тоже обязательно, кто вам больше всего нравится. Я тут планшет могу подержать. Я в каком-то тайном коридоре, в темном, застрял. Да. Так бенбузлов не кушаешь. По-моему, это антонимы, синонимы. Кто это? Кто? Где? Так, сколько у нас уже разных бенбузлов? Кто хочет попробовать? Я хочу вот такой. Давай. Так, это у нас будет... Стробери, это банан, малина или какая-то гадость. Давай. Малина? Нет? По-моему, не малина. О, боже мой, пальцы на выражение лица. Это не малина. Очень невкусно. Мы поняли по выражению лица, что малина этому не снилась. Фу, причем ее даже сразу непонятно, она только потом. Ну, вот эта масочка у кого была? Из какого фильма? Ребята нам напишут. Ребята, обязательно напишите, какой мод вам понравился больше и любите ли вы конфеты Бенбузлд. Мы всех очень любим. Всем пока-пока. Пока, друзья. Бенбузлд. Фу, причем ее даже сразу непонятно, она только потом. Ну, на этом и строятся конфеты Бенбузлд. Это сопли? Или вонючие носки?